Родители. Мать. Сара Брониславовна Милявская. Врач-педиатр. Отец. Григорий Соломонович Шац. Военнослужащий. Офицер ВВС. Затем. Преподаватель. Бабушка и дедушка со стороны отца погибли во время блокады Ленинграда. Отца. Григория Соломоновича. Вывезли по дороге жизни. Он стал военнослужащим. И, когда его командировали на службу в Казахстан, познакомился со своей будущей супругой, сосланной туда в связи с делом врачей, развернувшимся в 1950-е годы. Поскольку отец Михаила Шаца был военным, его часто переводили из одного места службы в другое. Однако впоследствии семья все-таки окончательно осела в Ленинграде.